Или давайте уже распределимся. Так. Кто где будет? Кто будет закрывать в две точки? Себя я и могу пытаться. Нам пытаться не нужно, нам надо, чтобы ты закрыл. Да, да, я возьму Серафимов. Я могу смотреть. Я землю буду. С тобой должны быть. Так, ладно, у нас есть три, ну, более-менее нормальных игрока. Более-менее. Да. А Саня, вставай слева от меня, или я напротив тебя. Кто у нас голубой? Ага, ладно. Егор, тебе придется быть сверху. Почему? Потому что кто будет сверху иначе? Мы с Саней дефаем правую и левую сторону. И низ весь. О. Ну почти. Знаешь, типа я буду всю левую сторону просто сейчас дефать, как можно дольше, можно быстрее. Сейчас успеется тех два ставить пушкой. Так, кто у нас сверху остался? А блин, да дайте мне хоть раз соло подефать, сволочь. Ладно, Саня, иди больше... Ой, нет. Так. Путь. Егор, ты какую сторону будешь дефать? Лево. Мы уже распределимся. Лево? Тогда ты какой цвет? Белый. Ага. Саня, ты красный. Ну, украинцы в этой гребаной пати, что ли? Я верно одного. Я специально белый цвет взял, белая ворона, блин. Так, ладно. Пусть Егор дефает свои... Сколько ты дефаешь? 180 градусов? Я могу спокойно дефать только левую сторону. Ты в курсе, что в круге, как бы, ну, тут право-вверх, лево-вверх, лево-низ? Я могу лево-вверх полностью задефать. Ладно, тогда мы все едем вниз. В Эмираты. А, так, Саня, ты какой цвет? Ты красный? Красненький. Красный я. Ты по никам смотри, сука! Я вижу карту! Я на карту смотрю! Ладно! А я дефаю низ! Саня, ты дефаешь! Я лево низ дефаю! Ты право дефаешь! Распределись! Я уже не понимаю вас! Почему постоянно Саня белый, 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 тут Егор белый? За что? Не понимаю! А, Саня серый. Я поменял, потому что два синих было, как бы, не очень. Короче, Кири нас против нас играет. Он в шестой команде. Ты охуел? Неправильно мой ник произносите, и еще... Да блин, на, успокойся. Ладно, стартуем. Не, стоп, а кто будет боковые эти защищать-то? Да. Саня, давай расставляй нас. А, кстати, что ты поставил на экспериментальный? Кто поставил? Какие мы экспериментальные единицы дефаем? А, генераторы. Это ресурсов? Да. Лучше Барту поставил. А, лучше Барту. И что ты будешь с этой артой делать? Она под тебя не стреляет. Так она разрушит ближайшую арту, которая к нам. Если у нас будут бесконечные ресурсы, мы сможем сами построить арту. Как знаешь. Только нужно быть армией. Знаешь такое исключение? Если. Если бы. А у нас будет бесконечные ресурсы на 30 минуте. Чё, Лёв? Объединяемся. Что, уже всё? Мы трансформируемся. Не остались, можно так сказать. Так. Ну мы с тобой, да. Кто красный? Я. Я. Кто? Я. Инженер. Блять, сука, разные цвета выберите, хули вы два красных. Два дебила, это сила. Так, где Кабанери, скажите? Сука. Я скрываюсь во мраке. Где? Пусть он идет и сидит рядом со мной. Мне пофиг. Да нахер ты мне нужен? Ты сдохнешь, иначе! Ты опять сдох! Тогда Леха сдохнет. В смысле, я стоял на том месте, мне было нормально. Знаете что, просто окружите Саню. Саня, ты должен всех защитить. Леха, давай вверх. Давай чисто вверх. Саня, открой!
Все. Саня, давай, держи. Держим Саню. Егор, ты должен дефать этих обалдуев, понятно? Этих слева и справа? Которые фиолетовые. Растянись на всю карту. Знаете, мамочки я... суперсемейки. А может кто-нибудь занять правый верхний угол, потому что там будет самая жопа, походу. Я встал. Но мы как бы там устали. Кроме вас двоих обалдуев. Уберите оттуда Кейнаса и Лёху. Уберите их нафиг оттуда. Кабанери. Чего? Ой, Кейнас. Как и стоял. Лёха. Лепюха, под меня встань. Оу. Все, я за них не отвечаю. Егор и Саня, вы за них отвечаете. Андрей! Кто вообще Егор? Да, красный. Да? Я не ориентируюсь по цветам. Белый. Это самый лучший вопрос, кто такой Егор. Самый лучший человек в этой фазе. Не знаю такого. Егор, покрасься. Это желтый. Не могу, я надо отвечать. Погоди. Кстати, такой вопрос. А мы сможем за 10 минут быстро уйти в ресы и за счет всех этих ресов просто взять и нам построить парочку этих? Парагонов? Да. Не. Не. За 10 минут мы ничего успеем, это уйти в тир 3 с заводами. Навряд ли. Один человек выйдет. Дай я пойду пассу, пока мисс не сгорел. А зачем, Сать, потушишь себя как раз? Просто льда на себя ссышь и тушится. Дай с клавиатуры забьёт. И клавиатура потушится заодно. Если механическая клавиатура нормально, ничего не будет играть, будет так. У меня тут два ноутбука, минус две клавиатуры. Ну, это Синя, лучше поставил бы наверх. Он более-менее сбалансирован. Так! Баланс? Какой баланс? Баланс. Вот реально, Синий, стал бы наверх. Мы сейчас открыли ту дыру, в которой мы с прошлого раз убили. Ладно, я встану наверх. Вот. Теперь более-менее нормально. Так. Красный и темный умеют играть. Окей. Вообще, ну ладно. Как бы у нас Егор хотел уметь играть. Егор хотел уметь играть? Да. Не-не-не-не-не-не-не. Ладно. Нет. Как там тебя, ник, который не произносится нормально? Кринас. А ты сможешь дефать один курица на правую сторону? В принципе, да. Мне главное выйти в генератор и не будет нормально. Да вы заебали. Я знаю. Kitchen Nuggets. Куда мне, вниз, да? Да. У нас получается 4 игрока, которые, ну, в принципе, играть умеют. Человек со сложным ником, иди направо вниз. Ну, ёбаный в рот. Саня на его место. Окей. Саня. Егор, ты точно-точно сможешь защититься от арты? Нет. А ты весь, да. Возьми тогда тиранов, чтобы щит был пожёстче. Тиранов? Ну, блин, Старкрафт, ладно. Зергов давай. Да, зергов у нас он уже сами. Блядь, давайте по игре нахуй, заебали рубцы. Лёха, ты где? Селёдка? Лёха! Я наяриваю латексы. А галочка где твоя? Дома потерял? Ой... Извините, пожалуйста. Дяденька, не ругайся. Дяденька, не давай мне леденец. Все, пацаны, пошла жара. Что вы ждете? Пиздец смешной, я умер вообще. Сука, чихуй. Где нахуй?
Блять. Подождите, дай. Пусть пауза ненадолго постоит, народ. Пусть я поставлю хотя бы успею все, что мне надо поставить. Да, Блэд, поставьте. Чтобы они начали сразу все это делать, народ. Ну да, кстати, вот. Херню этот поц не скажет. Что делать? Все. Надеюсь. Давайте. Поперли, я уже успел. Нет, стоп, еще не все. Все успели поставить, чтобы построились генераторы материи и углеродородные станции? Да, главное, чтобы не первый уровень построили. Сейчас? Главное, чтобы первого уровня. Блин, можете паузу подержать подольше? Мне нужно спуститься и какие-то вещи перетаскать с дачи. Это должно было быть часов в 10, но что-то пошло не так. Заебали уже. Это кто уходит? Кубунери. Кубанери. Кебура. Знаете, это просто грузоперевозки. Это там номер телефона 00000. Там это Кабанери перетащит всю сдачу. Не кажется, сверху. Вот. Вот. Маленькая. Бутылка по течению. Чай с молочком. Ну, бутербродами. Я надеюсь, что меня еще успокоит от вас. Почему я один? Почему я один Серафим? Почему у меня одного турельки хорошие? Ну, я не знаю, почему у тебя турельки хорошие. В прошлый раз ты был Серафим без турели. Я был с турельками, только мне карта снесла. Почему? Потому что я забыл Ахтун Кантри. Ну нам в любом случае нужны 4 синих. А Егор, на этот раз ты один дефаешь. На сей раз я не буду тупить. Я в прошлый раз тупо, знаешь, у меня было 50 тысяч материи, 200 тысяч энергии, я ее не тратил. А зря. Да. Ты это вот кто быстренько выйдет в экономику, прям нормальную, спейсшипы делайте, как минимум 6 штук. Нормально. На каждого ты хочешь, чтобы... Да. А они первый уровень нормально продефают до... А где там стоит? Я их еще ни разу не строил. Сейчас. 7 тысяч. Материи? Да. Бля. И 100 тысяч энергии. Нет, серьезно, вот по каждому отдать, по нормальному спейсшипу, и все, они держат. То есть проблема. Это самое, очень много воздушки будет. Да типа пофигу. Ну, тогда и сдохнем. Нет, когда мы будем сносить эти врата, пойдут Т4, которые будут под генераторы, вот тогда мы умрем. Сносить, тогда и поговорим. Когда они пойдут, тогда и поговорим, да. К тому моменту уже эти командир пойдут. Ничего, с ними проблем не было. Они сдохнут от моих пушек буквально за секунду. Просто, я не знаю, эти пушки, мне кажется, что у них что-то сломано. Кого? У пушек серафимских тех три. Да и пофиг. Ну типа ладно, это типа обуз такой маленький получается. Ну не, эти пушки крутые, пока они не встретят арту. А ведь правда. Почему тех три ПРОшка не может сбивать ракеты? Почему спейсшип Т1 не может сбивать АИР? Сука. Ай, потому что он в космосе. Да, ты строишь его ниже, чем истребитель. Давайте все Planet Reinvigilation скачаем. Нет. Не-не-не, ну его нафиг. А, и потом у кого-то планета прилетит, да? Ну да, только немножко скучно. Это немного скучно, когда уже планета летит, да? А, это скучно. Да он скучный. Я в него играл, это просто, я пол жизни потерял. Я помню, 8-часовая катка на этом, на грёбаном астероиде. Там сидят 5 командующих, потому что все остальные планеты уничтожены. Ботами. Уничтожены саму собой. Нет, просто все планеты кишат ботами. И мы летим на астероиде 7 часов. Когда прилетел на астероид, ты противник на него телепортировался, а у тебя там уже целая база. Ну, здрасте.
Я что-то спорил, я против тебя и Артема играл с Дениславом на пару. Это было весело. У нас а я помню, что Артем... ты мне орал про свои пушки, а потом ты уничтожил арта. Не, я просто вспомнил. Я посылаю экспериментал, а ты говоришь, Артем, Артем, где деф? Артем, я кораблики строю. Артем, где деф? Артем, я не чувствую деф. Это потому, что у тебя его нет. Нет. Противоракетная защита ведь нужна будет? Ну, да, она нужна везде, она всем и везде. А, поэтому, кстати, я... стратегическая ПРО тоже нужна. Они запускают ее. Когда? Стратегическая ПРО, она у меня на 40-й минуте пошла. Это какая интересная ядерная ракета в тебя пошла? Без понятия. Но у меня несколько... Значит, надо как-то... Надо а построить... ты не думаешь, что это будут студенты? Нет, ланч... Ну, стратегия ланч детектед было. В уведомлении... Сигнал 12. Это я запустил ядерку. Не-не-не-не-не. Когда я один играл, 12 штук было. На 40-й плюс минуте. Но я не увидел ни одной. Они либо общит взрывались, либо еще что-то. Ядерки, общит. Я без понятия. 12 этих уведомлений было. То, что запущена ядерная ракета. Tactical Launch Detected или Nuclear Tactical Launch Detected? Nuclear. Да, ладно. Я без понятия, где они, но они запускались. Может, это, как их, Т-4 транспортника Кибран? Он же может запускать с ракеты? Да. Это может, веселый кибрановский засранец, который перекочевал уже во вторую часть. Ну как перекочевал? Обрезанная версия, но перекочевала. Один вопрос. Андрей, когда парагоны запускаются? 30-я, 40-я? Да, 30-я. Нам это будет, если мы не успеем... А погоди, а можешь посмотреть условия, ну-ка? Где? Шоу гейминг? F10 сценарио. Нет? Сценарио? Там, по идее, должно быть написано. Ну да. Нет, тут просто о карте. Да. 20 километров, здравствуйте. А, вот, Game Info. Это шоу Game Info, третье. Там внизу. Вы где это вообще ищете? В меню. А, вот, сценарий options. Cheat enable false. Читы активированы, ложь. Мне этот пункт нравится. Всегда обзор, ложь. Командный спаун починен. Кстати, а у турит артиллерии и врат защиты есть или нет? Нет, выключено. Ты вырубил защиту, то есть можно спокойно спамить эксперименталы, чтобы они шли туда? Да. Помогите мне транспортники построить, пожалуйста. Насколько я помню, в прошлый раз у нас под щитами летали эти... Какие транспортники, умник? Кстати, не стройте ОСД-шный бомбардировщик, пожалуйста, я вас настоятельно рекомендую, не стройте ОСД-шный бомбардировщик. Он по своим шмаляет. Кабан во время взлета. Спамим им. Он тупо вот взлетает и уже шмаляет от себя. Это бред. Он что, там, блин, кто-то нервный за рулем, что ли? Ну, у него сколько там, 20 снарядов, что ли? Он за раз выпускает, каждую секунду 20 снарядов. И они под себя летят. Бомбардировщик? ОФЗ, это бомбардировщик экспериментальный. А-а-а! Не знаю. А что, им запретить огонь сразу нельзя? Нет. По идее, можно любому. А, походи, можно. Но он... Так-то он сразу стреляет. Я просто забыл про это. Знаете, народ, я все понимаю. У меня висит сетка на окне, да? Ну на сетку. У меня комбак со стороны моей, не со стороны улицы. Твоя страна улица? Что? Твоя страна улица. Я тут хозяин улиц.
Не, понимаешь, с моей стороны комар, а со стороны улицы толя какая-то, вот и все. Алло. А, ты защищаешь комара? О! Шалом. Все, погнали. Че, грузчик, сколько заплатить, да? 8 ящиков варенья, грибов, в общем, много. Пам. Я уже, видите, все начинается, вещь начала строиться уже. Так это хорошо. Да, я тоже. Тоже. Блин, я один тут ничего не распланировал, да? Все ресурсы в говно у всех теперь, да? Пока еще нет. Но скоро будут. Ну типа у меня сейчас энергия будет в плюс, это хотя бы что-то. Где Леха? Ладно. Леха опять все прокакал. Так, я себе ставлю базу. У меня по энергии просадка. Что это такое? Кстати, читы Т2 строят, и у него сейчас будет... А почему ты это у меня строишь? Ладно. Допустим. Энергия! Лёх, ты в курсе, что из-за того, что строишь всякие штуки Т2, у тебя просто моментально высосутся все твои запасы? А кто строит их два штуки? Лёха? Блёха, что ты творишь? Егор, ты за Лёху отвечаешь, если что. Я в окно. Ты окно. А, он окно. Каждую пятницу я в окно. Блин, ублюдки. У меня хороший тиммейт. Конечно, мы тебе все верим. В скобочках нет. У меня есть будет энергия в говно. У меня все в говно. Народ, если боец средних, обниму первым кидайте. Андрей, я его защищу, но ты под... Да, я себя требую первый щит к нему поставить. Лексич, ты заебал. Не строй Т2 масс-экстрактор, строй Т1, блядь. Там у всех инженеров есть вкладка 1, 2 и так далее. Engineer Station — это станция автопочинки, что ли? Я, это инженер в радиусе. Статичный, короче. Так-то полезная штука, но... На строительство много надо. Вот эту хуйню инженерам реклейми, блядь. И свой щит тоже. У тебя нет нихуя, ты не построишь сейчас ничего из-за этого. Так, у меня... Так, у меня плюс появился, нормально. Так, все экстракторы материи построились, не помогаю командору. Пацаны, если у меня телефон разрядится, то у меня имя пропадет. Почему я в топ-1? Я следом за тобой. За тобой. Мне это просто нравится. Сука, еще покашлялся. Короче, Лексич почему-то начинает... Всякую хуйню Т2, блядь, строить. Возможно, из-за этого не проиграл. Вот именно поэтому не надо с самого старта, наверное, было давать два инжа. Ну да. Я вообще без инжей играю, бесит, блядь. Я инжами строю тир-1 экстрактор и углеводородную станцию с аккумуляторами энергии, а все остальное занимается команда. Я вообще нихера не делаю, берите пример с О боже, меня зовут, погодите. О боже, его призвали. Боже, какая шмара. По лестнице плющит она. О, у меня песенка. Запускайте народ, если меня слышно. Нет. Слышно. О, боже, какой пиздец. У меня энергия минус 200. Минус 400. Минус 500 резко. А, да до вечера. До вечера?
Добрый вечер, я был Флетчер. Сказал Клинс. Клад-клад, костями. Так, все, окей. Где моя, сука, энергия? Чё-то как-то резко закончился. Хуёвенько. О, неужели плюс пошел? Сука, нет. Сука, да. Манда! У меня плюс пошел, я даже гидроумную водородную электростанцию начала. А, боже! А, какая же ты псина! Кто? А почему опять пауза-то? О боже, Егор, какая псина. Сначала был я, теперь Егор, да? Ну ты-то грузчик у нас, с тобой все ясно. Ну да. Грузчик, грузчик, парень. Работящий. А я, кстати, не знаю. А может ты нафиг пал? Вот эта хуя не за рекламе на месте с этой. Ты про что? Про твой жопошный щит РТ-2, который в нем все твои ресурсы. Разбери их нахер. У тебя будет масса, ты хоть что-нибудь построишь. А, это ты Лёхи? Просто он, по-моему, насколько я помню, он стоит как минимум 2500 материалей. Или нет? Сейчас буду заниматься извращенством. Ресурсов нету. Я буду есть дошек сухим. Дошка, сухой дошек, это клёво. Да. О, нашёлся такой же человек. Сука, блядь, в игре давайте нахуй, мы ж не хотим проебать. Дошки, блядь. Я хочу дошек. Может, кстати, Т1 экстракторы строить, они нихуя не строятся, потому что ресурсов нету. Потому что попутно ещё Т1, Т25 строит. Перестань Т2 строить. У тебя откуда, у тебя 1500 материи? У тебя две постройки, которые стоят 1500 материи, откуда? У тебя столько материй. Щит стоит 600 материй. И генератор 1500. У меня 160 щит стоит. Я тут. О, плюс вышел. Почему-то я не удивлен. У меня пошел плюс, плюс, и тут сказал, что он ушел в плюс. Плюс. Боже, какие плюсы! Ты понял, к тебе тоже вопрос, почему все еще Маск Зет не заняты? Потому что вон они занимаются. А, стоп. А куда инжир дел? Инжир. У меня инжир украли. Реально, а где он? Он должен был строить их. Куда я... А, он тупо стоит. Один углеродную станцию. У кого есть излишек энергии, можешь кидать. Он полез сюда. Не понял. Я не был сейчас, ну типа, у меня сейчас команда капается. Ты что лагает? Я лагаю или он лагает? Я, походу. У меня много спецэффектов. Атапа командира пошло. Бля, нет энергии. Без энергии плохо жить. Да то есть материи излишек. Надо кому? У меня тоже излишек материи был. Пока не сильнее, что стоит силовый генератор второго левела, чтобы сейчас все команды. Не, у меня есть материи лишние, кому надо? Без
с командой как тир 3 буду апать. Ася, ты жесткий. А у тебя как, Андрей, с этим? Я потихоньку иду. Ухожу в жизнь с головой. Я ж прокашлялся. Ну все, через 2 минуты у меня появится... Не через 2, уже через... Через минуту 20 секунд у меня будет третий тир у командора. И сюда больше электричества надо поставить. И сюда надо поставить больше электричества. А после этого начинаю спамить уже пушки. И фотошоп. Накрыл, почувал, все. О, наконец, плюс пошел. Убей. Сказал плюс, и тут же стал минус. Меняем ваши плюсы на минусы. Ох, я там начинаю тебе оборону делать, Шаксич. Как только достраивается у меня сейчас хранилище энергии, тогда я начинаю тебе делать... Просто все. Так, ну что, тебя аккумуляторами прикрывать, что ли? Не, мне не надо, мне не нужна эта помощь будет. Я сейчас начну все командором делать. А в этот момент мне нужно, чтобы кто-то засранец. Не, ну просто, ну рофл-то в чем? Тебя читает мы. Тюрьма шла, ну ладно. Ладно, не важно. Так, все, генератор есть, энергия есть, заебись. Можно и поесть. Можно не пойти нахуй. Можно, но не гарантированно. Выжить бы нормально. Так, ну у нас еще 2 минуты есть. Живем. Первым же самолеты идут, да? Там пехота и самолеты идет. Там все идет. На человека 5 самолетов и 25 пехоты. Это первая волна, вроде. Свои щиты ставишь, я все свои щиты ставлю, так что радуемся оба. А ты можешь там щиты не ставить, пожалуйста? Там это где? Ладно, нигде уже. Просто больше не ставь щиты. Ну я наверх тогда уйду. Ставить. Мне приходится переставлять все гребаные турели, поскольку ты их ставил, там типа и щиты должен понять. Так, этот экран здесь у меня уже построил все, что надо. Так, теперь. Так, и сюда. Так, тебе сила нужна. Материя нужна. Я. Энергии надо кому? Вот у меня излишек в виде 60.
here, Commander. HQ up. Ну, хоть добавили. Так, радар бы кто поставил? Ну, у меня давно стоит. А чё мы тогда их не видим? Потому что они ещё не подошли. Пошли не то, что появились, как бы. Ничего. Не, а почему постройки не видим? Или радар уровня ещё? Ты думаешь, я Т-3 тебе поставлю? Я вижу юнитов вот до сюда. И до сюда. До сюда. А постройка находится здесь. Заебись. Понимаешь, да? Так, я еще пару пушек поставлю, тир 2. Кому-нибудь энергия нужна? Нет, мне материя нужна. Мне тоже. Вот этого я спрашивал про энергию, чтобы потом кто-то вложился в меня и дал мне. Дал мне жизнь. Вложился. Ты чё, банк, что ли? Да. Банк капитал вложить. Ложись или молись. О, тир 3. Кавалерия ставит сразу. Я решил лично вначале сейчас тир 2 поставить, потом повеселиться. Тир 3. Так, а зениток у меня сейчас нет, потому что вначале очень слабо летит воздушная единица. Мне материя нужна. Да, материя. Материя, если бы тут пушечка. Материя — это жизнь. Материя — это все. Ну, если что, материя — это жизнь. Жизнь. А, если у кого ресурс нижний, спейсшип делаете. Они до 20 минут нормально продержат. Нифига, если смешно, лишние ресурсы есть. Минус 35 материи, лишние ресурсы, да-да-да. Отлично. Чё, блин, я могу торпеду на землю ставить? Блин, какой-то баг. Вверх на земле? Я мог торпеду ставить на землю. Зеленым показывал. Неплохо. А чё, поставил бы? Да я что-то сэканул. А, такая игра, ну нафиг, давай крашу. Да. Краш не желаешь? Будет интересно. Да. Краш хороший, ивенты неплохие. А где трупики от самолетов? Чё за хрень? Я хотел его собрать, а он зажал ресы. А он не собрался. Он мне ресы зажал. Обидно. Обидно, досада, ну ладно. Блять, потери я су... Я сразу ухожу с головой в оборону. Моя оборона. Оборона. Инком. Лучше бы был мой инком. Угомоние. Мои материи. Молитву инком. Мой инком. О, щит. Не, оборона! Сосёт! Ля, что мне делать? У меня плюс 0 материи! Ой, минус. Я здесь. Так, 9 воздуха. Щиты света не ставил, такое говно, как ты увидел, да? Я щиты ставил, это такое говно.
Эти щиты света. Бля, у кого-то не обязательно, я по себе веду, больше их не строй. Пацаны, кто может вложить мне материю на оборону Кабанери? Зачем? Кто может вложить меня материю на оборону Йоки? У меня пока нормально все по обороне. Мне матери ноль. Так, ладно. О, я ПВОшки сделаю понемногу. Так, тир 2 нужно поставить себе локатор. Воздушный радиомаяк. Стройся. Радиолокационная система. Сели-есель. Что за название сели-есель? Кто-нибудь прибейте это название нахер. А ну-ка, о, пара мобов показывает теперь. Блин, на какую кнопку БМК вызывается? Ни на какую, надо его забить. Справа сверху значок командующего. Просто во второй части, я помню, он его можно было. На F1 нужно было. Да. Так, как бы сейчас выйти так сильно в инком? Я хочу разобрать мобов. Что будет? Мобы. Где мобы? Я помню, надо выходить очень быстро в инком. А что за система сателин? У кого? Эксперименталка у тиранов. Каких тиранов? ОФЗ, может быть? Федерация. Ну, блин, как... ОФЗ? ОРЗ, да. ОФЗ. ОРЗ! ОРВИ, блин. Ой. Блин, ж могу построить щил-генератор? Экспериментальный. Может, твой щит? Кабадали, можешь один щит? Вот видишь, там у нас есть пробел, можешь чуть левее поставить еще один щит? Я на этот еле материю выделяю. Я Кабанери говорю. Маленький щит построю. Вот видишь, там такая вот есть зона. Пока мне себе защиты хватит, это минус 20. О, у меня там воздушка с 5 штук справляется с воздушными атаками. О, там что? Да, там был транспортник. Все, да, я смог! Что? Ты же понимаешь, что немножечко выглядывает, и там будет очень больно. Ты же понимаешь, что он очень сильно выглядывает за круг. Так, а я туда расширяться буду. Потому что меня заколебали вот эти заводы Кабанери. Кабанери, иди их, противно. А вот это тебя не заколебало в пустое место? Мне вообще пофиг на него, на самом деле. Вы охуели? Я вышел ты на вот это, и угораю. Тир 3, экстракторы! Мы и так вдвоем половину взяли, а вы где-то? Уже 17:21 уже. Я сейчас тех 3 экстрактора пойду делать, будет вообще кайфово. Что там включать и выключать на телефон? Не делать это. Не знаю, у меня нет такого. А нет, теперь есть. Ты, кстати, тоже включаешь и выключаешь, ну. Я про другое, там кто-то это. Андрей всегда показывает все, как оно есть на самом деле. Так, там мини-артиллерию еще потом как-нибудь. Т2, которые. Thank you.
Так, неужели плюс по материи пошел? Не, что ты? Не, у меня пошел. Тебе кажется. В скобочках нет. Я же говорил, тебе кажется. Это все обман. Так, не показалось или это ты три арта уже? Тебе показалось. Такой, тебе показалось, не пугай нас. У нас через 11 минут будут экспериментальные генераторы. Клёво. Вообще кто-то запасается этими самыми генераторными станциями. Что за Restoration Kill Generator? I don't give a fuck. Restoration по генератору восстановительного поля. Генератор восстановительного поля? Ну как-то так. А стоп, ты у Серафима что ли смотришь? У меня поздно хер, фабрикатор на материи третьего. Да, Restoration, генератор восстановительного поля. Еще не третьего. Экстракторишь материи, да не боже. Высокий прирост. Так, где мой командор, Что за хуйня? Он тебя прирост. А вон. Не, он просто снизу был. Ладно, у меня вопрос к Драку. Какой у тебя прирост материи сейчас? 100... где-то 130. Ну там вот в верхнем левом углу же показывается плюс. Ну да, я и говорю. 124 у меня сейчас. Ладно, я слишком поздно. Сейчас пойду на комп при помощи генерала своего. Ну сейчас у меня уже 130. Я только что, да, вот тир-1 до первого уже. Сейчас понемногу начну поролошки строить в огромных количествах. Через 10 минут у нас будут экспериментальные генераторы, если что. Какие? Ресурсов на 30 минуте. Вы, кстати, защищаете центральные генераторы? Ну, нам щиты нужно туда поставить. Там только один Андрей. Если вы мне дадите материю, я защищу генераторы в центре. Я не могу дать материю, мне самому нужно. Мне нужна сейчас материя, потому что я по генератору материи. Но тут есть так же, как во второй части, здание, которое энергию преобразует в материю? Нет, нет. Они являются... Нет, они пассивные. Да, они пассивно это делают просто. Блин. Они тратят... Сейчас скажу, они тратят 1500 энергии на 16 материй. О, а секунду. С помощью хранилища материи можно это число увеличить до 40 материй. Только максимально именно хранилище материи, а не тир-1. Ясно. То, чем я сейчас занимаюсь, апом всей этой херни. Так, значит, до такого размера, значит, надо... Это поролошки вот здесь. Две. Еще две. Начинается артиллерия. Еще две. Хотим вот здесь опять-таки усилить эту хрень. Егор, я попытаюсь щитам арта фигачат. Сейчас я это уже исправлять начинаю понемногу. У меня тем, что сейчас начну строить уже те три пушки. И как мы командой освободиться. А это будет через минуту. Все то, что мы пытаемся на арта, это везет. А, где я сейчас проложки построил, они там дефают еще.
каком радиусе. Я просто всех построил вокруг щитов, как дофигища. У меня вроде бы арта пока что еще работает по другой арте. Октопарти. Да. Неплохо, неплохо. Пока долетим. Бля, материи не хватает. Кому не хватает материи-то? Кому-то. Кому? Дранка, например. Да, кацовки киньте. Ты что, делишь ты материи? Я всего лишь частично убил. По головке вообще строю, мне кайфово. Почему у меня одна погрошка стала зеленой какой-то? Я как будто тошнит от ее работы. Обычно все у меня освободилось, теперь можно начать делать еще 3 фактор материи. 200 материи в тик, кто хочет? Мне материя нужна, давай. Кидаю, как только она появляется, согласен? А потом строю свою хрень, после этого начинаю только свою хрень. Ну, короче, ты, блядь, здесь поймешь, что жира частично. О, плюс 61, откуда-то? А, у меня избыток, походу. А? У меня избыток есть сейчас. Моя повозка достает до гребаного кабанери. Мой щит тоже до него достает. Только у меня повозка достает до него, понимаешь? Пойду снесу эту гребаную акту, которая там сейчас стоит. Тем временем. Какие-то. Если там мобов нету, я буду идти сносить турельки, которые там стоят. 5 минут, да, я активация генератора. Все, я снес одну акту, которая мне мешала. Оставалось еще 10. Все там все один инженеры уехали с базы. Мои. Нахера? Они типа собирают материю. Довольно успешно собирают. Так, команда еще у меня особо... какой-то веки. Троечка здесь работает, работает, хорошо, мы сейчас здесь теперь надо еще пару лошадь поставить. Раз-два. Пойди, этот ряд должен будет очень надолго защититься пару лошками. Так, ребят, нам бы щитов здесь вот, на всякий. Я займусь этим, только не на самоте. Там я не знаю насчет этого. А 4 минуты до активации генератора. Ну, блять, что там тоже шмаляет уже понемногу арта. Эхич, найди кибрановскую, либо серафимскую, и найди там систему ПГО, которая... Сейчас я скажу название ее. Писата, либо... Как кибра называется поголошка, народ? Указка. Мирмидон. Мирмидон, поголошка? Да, поголошка. Т3, не знаю, Т2 запер. Через 4 минуты включается этот, масс-экстракторы, да? Да. Угу. А у меня уже поголошная оборона более-менее выстроилась. Егор, дашь материю на то, чтобы в центре генератор щита отстроить? Сколько надо?
по сути, 10 тысяч. На. У тебя там что, призматерия сейчас? У меня сейчас 164 тысячи энергии, если нужно просить. Ну так избыток, если даешь, то все, красавчик. Я избыток тоже даю, у меня там многоменный уже. Я 6 тысяч даю, если не ошибаюсь. У меня тех два инженера веселятся. Какой-то эту хрень. Местная сторона обороны, я думаю, все увидят эту гребаную линию ПРОшек зигзагом обратную. Я один так что ли сделал, да? У нас вот здесь вот дырка получается. Там Андреевский пустошитель стоит, не бойся. Ты это угадываешь. А, эта штука кто? Пустошитель называется? Да. Смотрите, вот тут ничего не строите, тут будет экспериментальный щит. Давай. Тогда вокруг него инженерной станции, я же вокруг него инженерной станции поставлю, они будут его подъезжать. О! Ой, Саня строит мой щит. Транспорт один. Ой, я... Ну ладно. Я тут хотел как бы защитить кого-то слабого, в итоге защитил кусок Сани. Кусок Сани? Звучало, звучит. Кусок сала, но не важно. Все, центр защищен. Если не ПРОшек делаю, то меня вообще не в кайф немножко. Так, Андрей, тебе нужна сейчас материя или кому-нибудь нужна материя? Говорите свой ник и все. Давай мне. А нет. Зачем твоя материя, если через 2 минуты, через 1.5 минуты включится экспериментальный щит? Кому материю пытались есть? Красному. Хорошо, держи материю. Ху, ёб твою мать. Нормально. Сейчас бы материи бросаться. Так, блядь, мне 50к. Куда мне девать? У меня прирост 300. Ну, завод как раз мне сейчас будешь отдавать, у меня генератор построится. Да, начинаем строительство, пацаны. Так, все сюда, все сюда. Станции строятся. Вам все туда? Тебе материю надо? 225 тысяч материи. 225 тысяч материи дочистывать, да? Да. Нихера себе, блядь. У нас через минуту включится. Через 40 секунд. Блядь, кто у меня все высосал, нахуй? В каком смысле все нахер высосал? Отмена, отмена. Я понял. Блять, у меня щиты выключились, нахуй, я чуть не поставился. Нормально. Пиздец, блять. Просто прям что-то вот все нахуй высосал. Так ничего, через 20 секунд включится экспериментальный генератор. Ну тогда я тебе и помогу. Не зря я просто так эту стейшн базу построю. Так, у меня минус щиты, лол. Нахуй. Минус щиты то, что вы строите, да? Андрей, тебе я сейчас дам туда энергию, погоди. Да не нужна мне энергия. Дай мне 3 секунды жизни. Дай мне 3 секунды жизни. Они врубились? Так, 30-я минута. Подождите, нет. Ты точно 30-ю поставил? Да. Ты уверен? Сейчас включаться, подождите. Они со временем включаются, буквально, надо подождать какое-то время. Так, я пока не буду эту штуку строить. Так. Так. Что-то... Я же включил. Походу не 30-е. А какая? Блять, у меня минус по энергии. Ёбаный в рот. У кого? Меня, красного. У меня минус щиты. Не могу ничего сделать. Сейчас передам. Я тоже дам. Стоят пока. Сейчас, когда нужна будет. Сейчас станцию поставлю, должно хватить.
Я только сейчас начал по-нормальному достраивать уже оборону свою. Так, все, нормально, щиты стоят. Значит, по дефолту 35-я. Блять. Ладно, я ничего не буду говорить, просто. Сейчас 40-я минута не выгубится. Пугаешь нахуй. Вот я один, что ли, армию сейчас сделаю? У меня все в обороне. Вообще-то у меня еще армия есть. Инженерная или какая? Обычная. Первого уровня. А, вижу. Ну, типа, у меня второго тира. У твоих 75 кп, а у моих 2500. Одна уешка, мне кажется, твои сдохли. Да. О, все, карта открылась. Дальше. Сейчас пойдет. О. Так, как там они? Работают? Нет, они не работают. Они заработали. Значит... Хотя я тоже сразу включалась. Смотрите, спутники летят 2 минуты. Нам открыли карту на 32 минуте. То бишь на 35 минуте прилетят спутники, у нас плюс генератор. Так, а спутники чем сбивать? Ничем. Блять. В смысле, есть же специальная орбитальная зенитка. Она не работает. Она сбивает только спейсшипы, которые считаются самолетами. Блин, трындец. Хуёво. Так, блин, щиты дамажат мало. По щиту они дамажат мало, народ. По щиту дамажат мало. Если бы у нас не было щита в центре моего, то всё. Андрей, поможешь мне тут щитом? Мне щит где-нибудь поставишь, где-нибудь вот здесь? Ладно, только мне команду еще надо отвезти. С тебя транспорт. У меня транспорт нет, серьезно? У меня нет воздушных. Ладно, тогда жди, пока мой команду еще дойдет. Это будет... Это будет долго. Это будет длиной в жизни. Щит будет находиться вот тут. Ты говоришь, не будет здесь, иди там. Бля, минус 500 материи. Доход 120 всего лишь. Здесь. Ждем, надеемся на включение. Еще 2 минуты. 2 минуты, давай. Убейте кабанот. А там 3 часа вроде нету. 30 часов. А он такой, дефайся. Такой, здрасте, я ваш щит. Я вас дерьмо. I am your щит. I'm your shit. Блэд, tactical missile de... Пиздец, я не то поставил. Tactical missile defense. Tactical missile defender, это же от ядерки. Стратегия, tactical missile defense. Стратегия, missile defense, это от ядерки. Да, strategic missile defense, блин. Слушайте, ребят, ракетницы ВТ-2 стационарными можно ракеты цеплять прям в статическую, ой, в передвижную эту артиллерию. Они очень далеко бьют. Ты имеешь в виду ТИК-2? Да. Чьи именно? Да чьи угодно, они все далеко бьют. Погоди, какие? ТИК-2. Стационарные ракетницы Т-2. Так может сразу ФЗ-шные остриё используем? Не артиллерийский комплекс, точно? Нет, мой артиллерийский комплекс у меня не встает. То есть тактический ракетный комплекс, да? Да, да. Хорошо. Так у щите его лучше надо спускать. Хорошо, значит придется здесь где-нибудь его поставить. Штучку здесь две. Тут две. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Бля. А когда? Через это кто создавал? Это мой вопрос. Я! Создавал! Я смотрю! Этот самый, защищаемый объект активейтер. Разве он уже не пошло, нет? Ну типа, да. Чтобы увидеть, что он идет, надо этим что-то. Шоу гейм интер. Смотрите, видите в генераторе в центре? Если вы можете выделить своего цвета генератор, то он не работает. Они не работают. Угу. Я Андрей помогаю строить щит, который мне нужен будет.
Значит, есть теория, что к 40-й минуте включится. То есть стартап он исключает это время. Но вы учтите то, что мобы намного слабее, чем были по Денису Ламеру. Это пока Т4 не пошел. Т4 не пойдет, пока мы не сломаем квантовые врата, по идее. Нам артиллерию сломать надо. А что такое вообще Т4? А, эксперименталы. Я понимаю, нет, что будешь построить маленькие щиты. Минус 900. Андрей, ты хотел поставить свой экспериментальный гамма-реактор рядом с нею, чтобы она теперь меньше энергии тебе жрала. А, Ляо, забери ее себе. Ну так передай мне ее. Что за минусы? А, Андрей, можешь потом все вырубить, передать мне, и я потом все равно тебе его нормально дам. Пацаны, дайте энергии. Ааа. Бесконечно! Тысяч! Андрей, так сойдет? Так, у меня минус в материи пошел. В материи по энергии, сука. У меня минус по энергии. Так, я строю рядом с одной ядерной бомбой, вторую ядерную бомбу. Андрей, глянь сюда. На меня глянь. Одну ядерную бомбу, вторую ядерную бомбу. Пока весь трех не рубится, это будет хорошо. Так, 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 генераторы, Тихо. Тихо, блядь. Блядь. Минус. Бля. Тихо. Ой, а там бомбардиры люди строят уже. Пацаны, энергия кончилась. Опять? Мне тоже. У меня все еще нет. А я больше не закину тебе, Андрей, иначе мне не хватит на постройку своего генератора энергии. Нормально, что у тебя щит вырубился? Потому что энергии нет, логично? Андрей, строй генератор энергии. У кого там есть, у кого ее нет. Андрей, не аккумуляторы строй. Генераторы. Я вижу, как Андреевые самолетики летают, кто-то им помочь. Я спасаю. А, все, плюс. У меня минус. Я прошу даже генератор счета вырубить. Два сука. Пиздец. Так. О боже, я смотрю, там типа справа такая неприятная ситуация. Да все, сейчас. Сорян. Там и такая арта начала попадать все. Да, ну долго так будет. Так, все. Ох ты, нихера себе там летит, блин. Я заметил. Эй, кабанери, тебе там норм, он тут вылетает? Не норм. Я как раз таки строю нитки. Блэд. Сука, включите обратно. Ты же понимаешь, что ты можешь вырубать центральный щит между твоими щитами и тем самым уменьшать все количество энергии пожираемой? Да, они жрут немного. Но прирост энергии сейчас большой, наверное. Я строю тебе гамма-реактор, чтобы был большущий трендец, так сказать. Ой-ё, а вот это зря ты сделал. Экспериментальная арта уже лопит. Это не, этого должно хватить будет. Так. Начинаем строить это. Кирпич! Те в ноги. Вожу кирпич. Когда врубятся они хрёбаные? Так, ну ждем еще. Надеюсь, оживи выживай. Так, с моей стороны уже тут шум, ладно. Алексей, тебе будет Т4 уходить, Т3 уже выходить, да?
в Т3-то будешь выходить или нет? Так ставь турель Т3, они же тебе не будут Т2 вечно держать. Нет, Т2 я могли бы еще держать, я зря поставил Т3 даже. У меня все еще держит. Ну типа у меня 5 турелей, которые держат. Только у меня энергия. О, у меня сейчас щиты вырубятся. Перестаньте строить, Все, они перестали. Все, энергия. Тебе достроят такие. Опа, пошло. Вовремя. Что? Пацаны, бесконечные ресурсы. Нет. Да. Да. Саня, строй, строй. Рубай щит Андрея. Все ОФЗшники сейчас раскроются в самом существе. Так, Ваня, что можно на ОФЗшниках сделать? Что? Бесконечность лица! Не предел, да? Бесконечность не предел, Йолоноос! Йолоноос! Сейчас тебе всякую хуйню устроить, мы приебем, блин! Блядь, спутники стреляют! Да, по мне спутники падают. Саня, строй в центре, строй! Да я строю в центре, а я-то что делаю? Ты видишь, тут у меня там плашится этих штук? Да пофиг, Саня, я строю, все строим! Что именно строим? Этот питерский спутник может меня разъебать так-то. Не, спутник он здесь вот рядом со мной. Все вместе не заметили. Они у всех есть по одной штуке. А, заебись. А, Т3 щиты не выдерживают спутник. Т3, да, а вот экспериментальные? Не, у меня выдерживает, но у меня тут артуха еще. Стрелять, уже есть статичные эти пусковые установки. Так. А Т3 арта спокойно достреливает до вражеской арты. Пошел запуск, первая, вторая, пошла нахер арта. Пацаны, всеми силами строим эту штуку, жить нам станет намного легче. Ну я строю. Дай догадайся, это тут Манхэттен, да? Понимаешь, я не хочу построить Йолоноос. Да пофиг на твой навоз! Строй щитогенератор! Там твой Йолоноос будет бесполезен, если нас пробьют. Если нас пробьют, да. А чтобы нас не пробили, построй щитогенератор! Я не плохуйся, как до этого. Нет, сверху акта пробивает. Это по идее не моя юрисдикция, но я сейчас хочу туда шмалять всей гребаной херней. Так. Чё, блядь. Кабанери! А может сохраниться? А я могу выкинуть в случае опасности. Конор рванет. Ааа, где он стоит, видите? Оооо! Он стоит прямо рядом с экспериментальным генератором щита. Он стоит рядом с почти другим. Андрей. Походу у него нет закрылся. Да. Ну что, ждем, надеемся, что они вернутся, иначе пиздец всему. Ну что, народ, как жизнь? Блин, я себе так. О! Я своим тактичком, кстати, выношу всю эту арту Т3. Я тоже этим занялся уже. Интернет вылетел на секунду. Кабанери! Давай, давай, пожалуйста, подключайся. Зря что 40 минут страдали. А, вы в курсе? Я вам говорил или я вылетел в этот момент? Вы знаете, где он находится? Да, мы видим. Если я его кикну сервака... Ага. Он стоит прямо в эпицентре. Генератора. Бомба прям подобралась. Не, там, во-первых, генератор считает экспериментальный, это первое. Не, у генератора 7000 хп, он то выдержит. Там парагоны. У парагонов 5000 хп. Рванет один, рванут все. Блять, и опять он пришел. Теперь мне предлагают их выкинуть из игры. У меня всех это предлагают выбросить. Андрей, ты вылетел. У нас. Сейчас я интернет установлю.
Только включились парагоны, называется. Дождались, блядь. 2 минуты поиграли, все. Такой, хватит. Почти 2. Сейчас зайду. Свет. Все, время, когда начинаем играть, начинается то чахотка, то пердёж, блядь, какой-то. Кто вот это? Ага. А, зачем мы вообще брали? Я постарел на 42 минуты. О! Кто вернулся? А как мне вернуться к вам? Объясните. Ну, брат, наверное, в комнату зайти. Я у вас, как бы. Ну, я как бы хост был. Подождите, объясните, почему у меня не вернулся? А, всё. Потеряем поражение, отлично. Так, смотрим, смотрим. А так всё. Зачем ты вышел? Я мог реконнектиться. Минус! Он жив! Они живы! Что произошло? Все бабахнули! В смысле? В прямом! Что случилось? Все бабахнули, чёрт! У меня приконнектился кабанери и все вышли! Ну все, в особо ливнули, в оба ливнули! Кабаны, драгу, у тебя все войска твои. Где, а ты думаешь, сейчас могу всех оборонять, что ли? Ты что, с ума сошел? Передай мне верхушку тогда, левый угол. А Киринасу, то передай правый верхний угол. Вот туда будем дефаться. Там Артуха сейчас все снесет. Так, скалы. Строите кто-нибудь там. Понятно. Я с Манки Кингов начну строить. Стоит. Почему бы ко мне приконнектился кабанери? Этот Monkey King сраный. Можете больше меня не делать, Хисон? Я же говорил, что я постоянно на даче. Ну, знаете, что оно сказать? Оно хотя бы живо. Так, Киринас, можешь там учинить понемногу каждый? Свои хайвами. Еще я поставлю хайву. Там у тебя стоит 3 хайва. Чтобы не держались, ты можешь делать так? Так, не держать щит или держи, починить эти парагоны? Чини парагоны и держи щит тоже желательно. Ну типа одно. Они еще автоматически это чинят. Нормально. Хорошо. Просто надеюсь, что они их починят можно быстрее. Так, на энергию вообще пофигу. Так, сейчас его на осыпь будет, так что будем немного веселиться, вас кидает. Пиздец, лазер включит нас. Прям таки всех, да? Кто-нибудь скачано ОФЗ? Нет. Кто-то был ОФЗ, по-моему, 100. Ну, так, вот у тебя, у Андрея, есть тир-3 завод, ты можешь построить инженера, чтобы он поставил щит, и мы начали строить по новой этот грёбаный щит манхэттенский. Так, а чё мне тут всех передали, Передавай ты теперь. Вы охуели, блядь? Я не понял того, что ты не передашь. Кому ФЗ надо? ФЗ ты можешь передавать... Передай вот левую часть мне, а правая у тебя будет. Потому что там драка и так на площадку Олег не хватает. Лаунч. Бля, все хайвы взорвались. Где? У меня где? Ты имеешь в виду справа с верхним углу, что ли? У меня где они строили щит сраный. Стоп, почему лучше? Так, какому цвету там передать все? Белый. Я верхний угол можешь мне передать, а вот правый верхний можешь забрать себе. Драй. Отлично. Ага. И опять-таки не все передалось. Да?
Так. Все, холодер. Раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, столько хайлов хватит, чтобы задефать этот щит гребаный. Пять хайлов, ты чего? Там с десяток нужен. Нет, я про свой гребаный, который здесь экспериментальный, от Андрея оставшийся. Не тот, который центральный, а тот, который здесь, по центру, который у меня со стороны. Тут типа и арт-арты дефают с помощью этих мислов, но это ненадолго. Вот у меня там Манки Кинг один построился, уже неплохо, типа. Сейчас буду начинать их спамить и вводить их в атаку понемногу. Наверное, сколько нужно пауков, чтобы пойти в атаку на самую ближайшую базу? Пару штук. 20. Пару штук 20. Ну да, примерно часов 20. Да. Так, я уже потребляю 1000 материи. У кого? О, боже, построй хайву, построй хайву у кибранов, хайву построй, пусть они чинят щиты у тебя. Если тебе преподают, типа, построишь что-нибудь наподобие щита экспериментального, то это вряд ли тебе поможет, насколько сильно. Сейчас. Я филона лос еще строю, блин. Мне вообще весело. Я потребляю дохерище, мне кажется, материи. И что, тебе дохерище дается, чтобы употреблял ее? То же самое примерно. Просто ты смотрел на драка и нас щит. Оба щиты упали, да? У кого? Вот тут. Ай-яй-яй-яй, придется мне кто-то начать. Короче, ты. Леха, подержись чуть-чуть. Так, парагон чинится. Живем. Там справа кто-нибудь делает здесь тоже? Ну, я вот тут держусь, мне нормально. Блин, тут стоп, Джиггернаут на пути, Джиггернаут Т4 Battle Station. Вторая игра с DLC, вторая часть игры с DLC. Это гребаный экспериментал. Кайф. Радуйся. Чего, кайф? Офигеваю я. Интересно, зачем я слушаю, ты что-то в некоторые лизы. А теперь ты стройся. А, не, не Василий. Где там этот гребаный? Где этот сраный тиранозавр? У меня? Почему? Странно. Почему у меня так убегает все? Так, у меня 4 экспериментальных щита и тут нормально. Так, начиная в центре кибрановский строить экспериментальный. Какой там щит? Метрополис. Shield Generator. Ща. Что-то странная какая-то эта штука, линкор, это летающий. Он бьет какой-то молнии. Там где надо бить, он не бьет. Я с Илона Ос будет, буду отбивать все арту, какая будет появляться там. Хайв, это щит, понимать. Я вовремя. Так, еще раз, что надо строить? Тебе? Статик МК-2 или что? Или что это вообще такое? Кто-нибудь в центре чуть-чуть в сторону, отодвиньте своих инженеров. Леха, отведи немножко левее своих инженеров, я хочу поставить щит. Манхэттенский. Ну, Бовил у меня будет прикрывать слабо, на самом деле. У меня оба щита слабо, они даже этот круг, в котором мы находимся, не прикрывают. Какие? Именно.
который строит 3 часа. Который 3 часа, у меня он сколько, сейчас я скажу, покрывает. Не, ну вот у меня отсюда и до сюда. Так же. До сюда, блин. И также вверх. Так будет крыть. Он типа будет крыть вот все экстракторы материи у меня. Он типа будет почти весь круг защищать меня. Да. Почти весь. А нет, это не то, не то. Я вот тот, который как раз и хотел. Это не Village Center, это Village City надо ставить, походу. А нет, не тот. Где этот Араменный, который я только что видел? Вот. Вот. Хорошо, доходил этот гребаный. Во! Вот он. Так теперь. Вот так вот. Отведите все инженеров с центра, пожалуйста. Если его поставьте, после этого все пойдет. Так, Илона Ос у меня здесь построилась. Хватит мне экспериментальный. Захуя. Раз, два, три, четыре. Пять. Вижу. Так, те центры, тут не у меня одного, типа там вот сейчас просто ответить всех, даже Кевина сразу отвези. Ща, вот эту фигню разобрать надо. Я знаю, но мне тоже разбирается. Ну вообще разобрался, все, сейчас поставлю своими иностранцами, после этого будем строить массивный щит. Какой именно? Так, куда я запустить ядерку вам? Кликните просто. А, ну смотри, можно, конечно, сюда, потому что это станция, откуда спускаются эти спутники. Но там ты их ищи щитов и этих. И ХП по самому себе. Тогда может быть лучше сюда? Смотри. Да, спутники реально уже трутся об щиты. И я запускаю ядерку. Внимание, запускается Йоу на ОС. Сейчас в ответочку тоже замечен пуск. Я буду пытаться делать как можно быстрее и как можно чаще. Так, не, я лучше щит дефайте, засран. Так, как там? Нормально без окна здесь жить? Нормально. Илона Ос понемногу будет дальше работать, походу, у меня. Где там мои гребаные инжи оставшиеся? А, они там... Так, народ, у нас наполовину почти щит построился уже. Так, блин. Я Илона Ос ставлю на нолик, Ctrl 0. Так, куда дальше его на ОС запускать? Кликайте. Ладно, буду запускать ее по правой части. Надо вот по этим фигануть. Где? Слева снизу, вот. Да, вот именно база кто шмаляет. Сейчас она только появится. Короче, запущу пока вместе те, которые легкие лаунчеры. Так, Бовил почти построен. Нужно вот эти вот фигануть. Так, там его навоз взорвет сейчас все нахер, то что спал. Вот эти вот все, вот эти, которые не, их нужно ебануть. Сразу бомби их всех, кто можешь. Это типа дефы базы все, куда я сейчас его навозой. Но мне походу не хватает. Так, генератор того,
построен. Щитовой генератор. Где? Так, я съел на остров запущу. Так, почти достроилась ракетка. Ракетка достроилась. Так. Я сейчас поставлю там хайвов. Помогут. Так, а, эй, там спейсшип находится один. Помоги ему. Не запытайся выстрелить кое-куда. Там спейсшип Драка стоит. Чуть левее его отодвинь. Те, которые? Твой спейсшип, который снизу слева. Их два. Снизу? Снизу слева. Вот там чуть левее находится арта, которая по человеку шмаляет. Я забыл. Тут сверху проносит понемногу, это жесть. Да, сверху нужна помощь. Мне кто-нибудь дайте, кто-нибудь приведите сюда парочку кибрановских гребаных инженеров, постройте хайвы, поставьте их на постройку хотя бы. Я их дострою уже. Хотя, стоп, у меня тут самого есть база, где их можно строить. Так, и он его дальше строить. Девяточка туда. Здесь вот щиты нужны больше. Больше щитов ты можешь там что-нибудь делать? О, такое, пацаны, Т4. О, эксперименты пошли, что ли? Я не могу там построить щиты, потому что они мешаются. Все слишком близко построили. Я попытаюсь, конечно, но это жесть. Щипы мои, батлшипы, они вообще стреляют. Что стреляет? Батлшипы, они вообще стреляют. Стреляют, только надо, чтобы они были прям почти в упор. Пиздец, нахуй такие. А я что делаю? Ракеты вот по этой фигани. Куда? Куда? Да. Ты видишь, что там нет анти... Так, у нас тут центральный... Держится 82%, централка. У меня там три хайва, но нужно побольше поставить еще. Ты понимаешь, что тут есть один огромный щит еще? БМК идут, пацаны. Если вам интересно. БМК идут. Не настолько опасны. Вот видишь, на медиах летит, если ее собьет что-то, то это будет нифига не весело. Нам нужно избавиться от этих спутников, а спутники находятся вот здесь вот. Вот это вот все, это спутники. Вот видишь, что эти ядерка, я сейчас могу... Мне не кажется, что я собью что-то. Да, ее сбивает там. Мне нужно, чтобы ты еще помогал мне, мне туда выносить. Типа я, типа они строятся, мне не было... У ботов просто обычная постройка или обычная? Там, там здесь стройки пропаду на хп, очень жду. Да и пофигу, я типа пару... Так, то я смотрю, не помогает Илона Ос строить как можно больше, да? Я тут сразу их буду запускать по КД, кто-то они появляться будут. Надеюсь, что я их пробью такими темпами. А, кстати, а командир-то все будет жирнее и жирнее идти. Если что. А мы ведь сильнее и сильнее защиты. У них 15, делать. У них пока 15 кассов хп. Кто-нибудь, посмотрите еще парагоны. Зачем? Их не хватает. Ты роплишь, что ли? Нет. Так, я с собой. Ой, по-моему, я вынес. У меня все норм. Помогайте, короче, Сити Метрополис Shield Generator иногда чинить. Он типа единственная наша защита будет потом. У меня к нему прикреплен хайв. Сколько у тебя там? Три штуки? Нет, сколько я их там уже построил? Пока, да. Я их построил уже 8. Ну я еще поставлю. Теперь мои 4 технотранса пойдут там, блин, веселиться. Сверху. Так, у тебя походу эти построились. Кто? Ракеты. Они давно построились. Так, кому помочь? Мне тяжелый бот. Знаешь, я думаю, кто-нибудь, у кого-нибудь есть ионы третьего левела?
Нет. Да, блин! Я вообще-то ион третьего левела. Начни строить колоссов, чтобы они тупо пошли в раш. Я только что спросил, куда его направить? Колоссов? Нужно их больше. У меня... Я сейчас подведу своих Monkey King'ов, пойдем на левому нижнему углу, куда я ядерки все время кидаю. Но они не летают. Нифига себе, как быстро ради ядерка будет строиться. Вол. Ты ее видишь, да? Я тоже, как она быстро строится. Так, а вот здесь я немножко ее замедлил, у меня щиты начинают просаживать. Мои именно. Надо избавиться от спутников. Спутники заебут. Спутники надо сбить, я понимаю. Это специально 37к энергии жрет. тысячи энергии жрется от этой гребаной херни. Ничего там ее вечно обновлять приходится. И там команда дефается, отряд из гребаных чек на рабочих дефается, и все, что могу, там дефаю. Минус арта. Отлично, ты елу на ос в одиночку можешь такое сделать? Дайте нам побольше ее на ОС поспамим. Вот давай вот эти снеси. Давай, да видишь, сверху сейчас творится. Давай лучше туда я кину один разок ядерку. Вот давай между ними, хули. Понимаешь, что там не такой большой радиус? Так, ребята, кому дать колоссов? Наверх иди, иди их на защиту. Там сверху очень херово, там много мобов остается. Они типа вырубаются, но их надо убивать еще. Я туда его на ос пока не скинул, типа, чтобы оно хоть как-то там что-то дамажило, но это мало чем поможет, походу. Так, там сейчас щит вырубите, чтобы он не снес. Так, центральный щит держится. Ребят, короче, даю информацию. Т-3 спейсшип у меня бесполезный, настолько, сколько вообще-то возможно. Они у ионов, фу, не у ионов, а у серафимов очень хорошие. У меня, у Хибрана спейсшипы 2-го уровня нормальные, 3-го не знаю. Ионов только первого более-менее. Так, там сейчас ванят моя еще одна елу на лоз. У той еще патроны не зарядились. И кто говорит, что это будет бесполезно, если нас прорвут? И глаз заряди, походу, нас сейчас не прорывают очень так легко. Отлично, там у мобов сколько под 1000 хп уже? Много. Да, хватит. Вижу. Блять, артиллерия начала стрелять! Ёпэси ты! Я к ней пошел. Так, какая правая нижняя начала шмалять по камень, да? Но у меня тут 5 эксперименталов стоит, мне норм. Они еще построятся, к тому же сейчас улучшится. Я начну туда шмалять, я ему навоз. Начну с вами туда ел навоз и пойдет получше ситуация. Ну че вы? Она еще сверху шмаляет. Да, мы играем со себя. Не начали пробивать щиты сверху. Благодаря грёбаному спутнику и акте, которую я не успел еще заметить вовремя. Инженерку по спутникам. Аж три бота бегут туда. Куда-нибудь так, чтобы она заделала хоть можно больше мобов там. Если там типа не сильная парочка штук, которые должны их уничтожить, но у них уже больше хп, чем нужно. Так, ну я Т3 артуку начну строить сейчас. Отлично, сейчас тогда установлю щиты. Блин, мне царя не построить. Тупо места нет. Как там Елонос? Так, там не у меня одного ядерки хотя бы, это хорошо. У меня два бовела с моей стороны стоят, они скрывают половину. Я за акту пытаюсь... Наверное, надо выносить акту как можно быстрее, потому что сейчас у нас проблемы из-за акты пошли уже. Где?
Команда. Где? Бейте спутники. Спутники надо сбить. Сколько их там осталось-то? 3, 4. Вот 5. Это все, вот это все. Это спутники. А вот это база ближний, спутников. Самые ближние это самые это спутники, да? Да, да, да. Понятно. Стрелять тогда по Диме по Ахте кто-нибудь. Полетели хайвы. Где же только благодаря центральным щитам? Все, что я могу сказать. Отряд номер 4, туда. У меня вот именно так-то и работает. Это что такой, у меня тут уже биндов до нуля, понимаешь? Это отряд номер 7. Вы работаете над этим щитом. Блять, у спутников 500 тысяч хп. Ну типа одна Илона ОС дамажит 500 тысяч. Типа вот в этом-то весь прикол. Носить пытаюсь, но вот как будто. Я вижу, он не очень получается, да? Вопрос, а почему у меня 6 миллионов очков? Потому что начинаешь валять по всем. И у тебя при этом дохерище построек. Так, давай, твоя первая, моя вторая полетела, либо наоборот, пофигу как-то. Шмаляй по спутникам, тогда станет легче. Можно начать ставить второй Илона ОС? Крейсера идут, пацаны. Какие? Ходячие какие. Серьезно, опять? Второй тир попёрся только. Ассалт-боты... 3 хп. С вашей стороны нужно еще два генератора поставить. Щита. Типа Бовила. Потому что у меня еще вообще построится 3. Подведи поближе колоссов, чтобы они жить хотя бы могли. Да, театральный. Так, вы там строите, строите, отлично. Ты помогаешь, а эту херню помогаешь. Давай! У нас скорость игры минус 2. А, смотрите, у установок вот этих, которые... Ну, здесь, там, короче... Блять, у спутников есть про. Да я знаю. Там одна ТРОшка по 1000... Там одна ТРОшка, по идее, должна быть. Ну да, там только одна ПРОшка, её снеси и все будет хорошо. А ты можешь снести ПРОшку, когда сюда ЕОНОО запущу? Я уже артиллерию сношу. Ё-мать, эти хели мне надо бинзить, пожалуй, где там у меня не заняты цифры? Все, я снес прошку. Контрол 5. Слышишь? Хорошо. Сейчас туда, оттуда несу свою, которая мне мешается. И сейчас его на ОС туда снесу. Хорошо. Его на ОС полетело. Ты знаешь, что делай? Веди колоссов на каждую из них, сноси там ПРОшки, я буду его на ОС кидать. Стоит колосс, получает людей. Бегать колоссом. Ехать где-то по нему, там, блин, выстрелы пошли с акты. Блин, у меня щиты время от времени отрубаются. Где мои хайвы тут? Поддерживайте щиты, да, поддерживайте, мать вашу. Так, мои пушки где этот дэпаются? Два колосса, которые получают пизды, фука, это получит пизды. Илон Ос летит, видите, красиво! Блин, я своего командира потерял. Пощадите эту хрень! Так, у меня тут 4 бойла стоят, смотрите на этот щит, размер этого щита. Я это... Даже вот так вот. Так, там эта хрень, сколько там у неё хп осталось-то?
Прямо чек не за какой-то херни осталось. А нет, она уничтожена. Так, минус. Еще один спутник минус, да? Осталось раз, два, три, четыре. Как было пять, так и осталось пять. Алло. А, все четыре. Нет, пять. Четыре, четыре. Пять. И вот. Все еще пять. Вот сюда. Зарядка. Я лучше арту снесу, потому что сейчас арта снесет нахер. У меня закончились стратегические ракеты. У нас игра минус 3 уже. Зачем он столько больших дел? Там метрополис щит дженерейтер, блин, он сильно сейчас дефает на пару. Это хоть что-то. С моей стороны их уже 5 штук. Эти не огромные. А нахера они тебе с такой количестве? Ну, по крайней мере, с моей стороны никто не пройдет. Я вот один в центре поставил, сейчас запустят свои щиты. Так, четверочка. Начинайте строить. Игропаук. Где тут мотивы-то какие? Black Star. Resource Generation. Unofficial. Nice. Командире 3-4 КХП. Ребята. Что? О, фигня. Это... Кто у нас ОФЗ? ОФЗ есть? ОФЗ? У нас нет уже ОФЗ. На... А, у нас а кибра. Блять. ОФЗ антиспейшип нормальный. Да, кидать ядер, кита. Ребята, вот что у вас? Типа дофига ПВО есть? У меня не очень. У меня есть. У меня есть. А они снесут, несы. 12 штук они снесут. Тысяч уже у командоров. Я по круговой пустил своих засранцев. Четверочка, ты сюда строй больше их. Блять, у меня щиты падают. От чего? Потому что я кому-то что-то строю. А ты можешь? Я Алексичу строю какую-то херню. Чем? Чем? Ты не мне, ты мне строишь своими хайвами. Бери их. Доиграли, нет? Это очень элементарно. У нас скоро три уже. Ну, так, спейсшип падает. Спейсшип падает. Ёб. То есть я понял. Главное, чтобы не добрался до... Так, спейсшип упал. Чё, как, пахнет? Неа, далековато. Сюда. Давайте, пацаны, ядерные грибы, страта. Телонос у меня одного, какой грёбаный гриб. Я пытаюсь её пустить, но у меня что-то не так. Меня дело на вас не шмаляет больше почему-то. Ну, а ты запрет никакой не ставил? Нет, у нее здесь ракета, у нее ничего не стоит в запретах. Минус 4 скорость игры. Она запускается быстрее, чем другая любая ядерка. В чем проблема? Проблема в проблемах, очевидно. Ты, по-моему, скоро игра так крашена. Сколько у нас там спавна юнитов? Неужели она выстрелила? Бля, пауки летят, сука.
Пауки летят? Что? Чего? Пауки. Тащи. Которые. А, эти краби. Soul Reaper. Жнецы. Да. У меня только наземная хрень есть. Где четверочка моя? После вот достроить, я дальше спамьте просто воздушку. Блять, этот паук залез прям под щиты. Он еще упадет на эти, короче. А он не взорвется на черной зоне, они на черной зоне не взрываются. Это как бы тебе намек на то, что нужно строить полос. Я уже, блядь, им занялся. Видишь, урон не нанес. Не, у меня еще идет анимация. Урон не нанесся. Клево. Ура! Я построил. Нет, еще не построил. Господи, как же его на ОС медленно строится, и как же, зараза, быстро щиты у меня жрутся. Ребята, так, эти нормально. Штуки все ближе к нам подходят. Какие? Командиры, командиры. Так, а вот это уже хреново. Вот сюда ракета, вот сюда ядерко, быренько. Я вот это уже не собью. У него всего лишь 55 тысяч хп. Я эту херню не собью. Твори всякую хрень, да. Осталось четверо. Мегалиты по 100 тысяч идут. Мегалиты по 100 тысяч что? Че? Пауки по 45 тысяч, а мегалит 110 тысяч. Ну тебе мегалит слабо атакует. Он просто дальнобойный. Паук больше дамага наносит. Так, шмаляйте артиллерийкой по их артиллерии. Лоб, шмали. Реально. Бля, он подлетит слишком близко, он все разрушит. Блядь. Спайм больше. Почему Про не стреляет по этим спутникам? Потому что это спутники. Ну а Про чего? Погоди, а вот этот транспорт, он считается за спейсшип? Какой? Вот это хуй. Нет. Бля. Избивает ли ПВОшки. И они все собьют. Он слишком близко подойдет. А норм пойдет, то дамаг не нанесется. Нормально. Пал. Там еще один летит. У вас восьмой ему. Лаунч, this shit. Боже, сколько их. О, отлично. Спамим больше ело на ОС. Сейчас щит опять поляжет. Ну нахер я его буду заряжать дальше. Я заряжу его по полной. Это ты про меня говоришь. Ну чё? Живы, живы. Пытаемся. По артиллерии кидай. Кто по артиллерии? Я сейчас буду пытаться сбивать спутники Илона Озом. Потому что единственное, что там поможет более-менее. Так, а где Годзилла по модам? Алло? Чё? Так. Чего? Как? Это транспортник, сука! Что это там он упало? Он упал на нее, она взорвалась. Да, да, я об этом говорил. А где он? В центре. Бля. Зачем вы его сбивали? У него, наверное, слишком было много хп. Бля. А, это транспортник, который сейчас так вот у него там короче. Это вот и это транспортник и Брандскилл, реально очень много стамашек. Лук. Обидно.
И самое интересное, он пошел под сам щит, и он, короче, не защищал нас. Пиздец. Ты должен был я просто со злоба не приходить к нему. Знаете, я хочу этот скрин сохранить потом, на будущее. Ну сохрани. Закинь его в чат. Ну типа, знаешь, именно с нашей базы в основном, а потом то, что вокруг. Бля, ну обидно. Я вначале скину то, что... Так, сейчас русский чат. Да? И в general. Ребят, знаете, сколько врата квантовые по хп? 500 тысяч? Нет. 2 миллиарда? Ё, сколько? 6 миллионов. 600. Давай в следующий раз убирать спам юнитов на каждую игру. Бля, там ещё цари летели. Какие цари? Где? Я понял, ты имеешь в виду тарелочку? Авианосы, да. Прототипы и 71 тысяча. Ёбаный в рот. Фортрессы. Типа. Так и проиграли. Импакт. Где Андрей? Не, ну проиграли только потому, что вот этот транспортник упал. Кстати, у кого владения был вот этот центральный щит? Нару. Самое видное. Трындец. У кого центральный щит был в владении? Моем. Белого. У него вообще минимально был заряд. У него заряда минимального не было, у него все время был фуловый. Он не по щиту бил, а по энергии. Не, понимаю. А, по энергии? То есть он у нас то есть каждый выстрел жрет у нас энергию? Не, погоди. Че сказал? Он по хп сразу нанес урон. Там минус 7,5 тысяч. Просто минус 7,5. А, у него было 33,5 тысячи. 37 500.